Мы попутно еще расскажем и напомним, кто знает, как правильно ухаживать за лицом. Делать это нужно, конечно, чистыми руками. У нас есть, я вас знакомлю с продукцией, да, вот есть, например, вот такой материальный гель для рук. Вот такая маленькая бутылочка, рассчитана на 50 применений, потому что нужна всего одна капля этого классного средства. И растираем его, значит, здесь 99, по-моему, содержание спирта, классная очень отдушка грейпфрута. Вот мы растираем вот так интенсивно. И они у нас уже чистые, мы можем покушать, если мы где-то в поезде, в дороге или на работе, где далеко умывальник. Или вот сейчас мы можем провести уже мастер-класс. Итак, вот давайте нашу модель сначала правильно экипируем, да, и дадим ей накидочку вот такую вот. Лицо у женщины начинается гораздо ниже. У нас сегодня мини-мастер-класс, да? Зоны декольте, правильно. Одень, пожалуйста, подделочку. И волосы главное убрать. Правильно нам Надежда сказала, что лицо женщины начинается с зоны декольте. Мы здесь покажем принципы, да, ухода? Так, вот лицо у нас. Я оглохла. Уже, в принципе, ничего не надо, слышишь? Как это тебе улыбаться? Тоже надо знать. Так, сначала мы берем очищающие средства. Они должны быть обязательно молочко или очищающий гель и тоник. Они должны быть в одной серии, чтобы дополняли друг друга. А если это вообще будет единая серия, как у нас очень многие в Oriflame разработаны, например, та же серия коллаген, в ней тоже есть очищающие средства, или королевский бар, как я упоминала. Ну вот это вот такие универсальные очищающие средства, они подходят к любой серии. Если вот они вам больше понравятся. Вот это значит сначала берем молочко, вот оно тоже такое удобное, с дозатором идет. Так. И наносим все очищающие средства и крем в дальнейшем по массажным линиям. Значит, глазки трогать не будем. Значит, от середины лба близко. Открыли носа тоже к вискам. От уголков губ к середине уха, от подбородка к мочке уха. И точно так же на второй половинке. Сейчас ложкой откидаем. Повезло тебе умой. Молочко, если кому-то требуется, то молочко можно смыть водой. Если кому-то не требуется более сухой тип кожи, можно не смывать и сразу приступить наносить тоник. Также берем ватную тампонку и тоник. Тоник убирает остатки, если значит, очищающее средство растворяет загрязнение и убирает их, то тоник убирает остатки очищающего средства, очищает поры до конца, сужает их потом, и уже ваше лицо готово к нанесению крема. Также по массажным линиям. Так, и вот если у вас лицо немножко стало щипать, то значит, что эффект очищающего средства достигнут. Чего ты немного? Она немножко волнует. Ну, тоник немножечко, да, наверное, холодный. Так, ну что, наше лицо модели готово. Что дальше? Какой этап? Что такое сыворотка? Сыворотка усиливает действие крема дневного или ночного и наносится под крем. Значит, вот эту сыворотку в данном случае у нее такое, значит, аннотация, что ее нужно заболтать. Прямо вот скрыла только что. Скрыла только что, поэтому еще не знаю. Там такая очень жилинка. Я думаю, что ее можно вот так вбивать. Что? На любой возраст он делает. На любой возраст? Так, вот сейчас все питается. Пусть я заберу.
Крем у нас такой, он и очень уникальный такой тоже, он с тональным эффектом идет. Это очень тоже актуально для женщин. После 35 лет скрывает недостатки какие-то. И вот все, видите, два в одном. Экономит и время, и средства, да? Очень тоже нужно. Значит, и наносили очень склонжиком, поскольку он еще с таким тональным эффектом. Я им еще, честно говоря, не пользовалась. Вот, по-моему, Наталья есть, да? А, ты тоже пользовалась, Наташа? Наташа Невзорова пользовалась. Я тоже. Сейчас я не его не пользуюсь. Я попробовала перед мастер-классом на арку. Очень быстро впитывается. Как-то вот, знаете, адаптируется сразу к коже. И вообще не заметен. Подойди, сразу дневной крем и тональный. Так, куда еще не попало? Так, еще подбородок. Давайте. Этот крем уникален тем, вот он, например, больше для ваших мам подойдет. Он идет 35+. И он еще держит крем и тональную основу, что очень удобно. Моментально впитывается. Наташа, вот тоже такая кожа, наверное, и чувствительная немножко, да, вот с веснушечками. И такое лето было еще у нас, да? И вот веснушки еще больше проступили, наверное. И вот сразу как-то все так сглаживается хорошо. Вообще замечательно. Еще немножко осталось. И вот даже, по-моему, никакого перехода не видно. Вообще замечательно. Он очень хорошо адаптируется к любому цвету, универсально. Так, ну что, вот.